Зачетный салат. 5 минут на готовку потратила. Во. Если взять готовую морковь по-корейски, то салат готовится моментально, а вкусный какой получается. Можно, конечно, приготовить морковь по-корейски самим. У нас на канале есть видео, как мы готовим морковь по-корейски. Очень вкусная. Я сегодня взяла готовую. Отправляю в глубокую миску морковочку. Жидкость я, кстати, предварительно слила. Лишняя жидкость нам здесь не нужна. Продукты мне сегодня понадобятся все самые простейшие, и состав вы найдете в описании под видео. Но салат получается настолько вкусный, что на столе он не задержится. Беру заранее отваренные вкрутую яйца и сразу же в миску натираю их на крупной терке. Плавленые сырки, я их очень люблю, поэтому буду использовать именно их. Если вы не любите, можете использовать тот сыр, который вы считаете нужным. Сырки я заранее отправила в морозилку. Они подмороженные слегка, и теперь они очень-очень легко натираются. Натираем их так же, как яйца, на крупной терке. Друзья, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик под видео, чтобы получать уведомления о новых выпусках. На моем канале много вкусных и простых салатов. И, кстати, заметьте, я ни одну лишнюю миску и вообще посуду не испачкала, только одна тарелка, в которой мы собираем наш салат. Далее берем крабовые палочки. Я использую вот такие вот, которые, знаете, легко очень рвутся руками, разделяются, так сказать, на волокна. Снежный краб называются. Этот салат я не солю, перец не добавляю, никакие специи вообще не добавляю, потому что, в принципе, все есть в продуктах, из которых состоит салат. Остается его только заправить. Заправлять салат мы с вами будем майонезом. Много не нужно, так, чтобы соединить, склеить все продукты. Все это теперь тщательно перемешиваем.